Congrats. Все, братцы, всем привет. Короче, мы выгрузились на СВХ. Вот это вот безобразие мы привезли. Вот это вот железо. Вот это вот железо. Ну и тут еще по мелочи. Вот эта железяка. До этого снимать возможности не было. Тут таможня, складские и так далее и тому подобное. Вот это ящики тоже мои. Что я сейчас зачехляюсь. Пришлось все по боку раскрывать. Выйду за территорию. Будем в прицепе порядок наводить, потому что там черт ногу поломает. Вот такой металлолом мы сюда приперли. Из этого металлолома простояли 12 дней. Сегодня 12 день. 12 октября, понедельник. Пошел я собираться. И тогда выедем. И там уже будем смотреть, что мы будем делать дальше. Фу, все. Так, СМР-ка отмечена. Карта простоя отмечена. Обязательно. У нас получается сегодня 12 число. 10 дней простоя. На одном простое только. Нормальные деньги выходят. Так, выезжаем сейчас за территорию. Потом полезем, наведем порядок. Сколько времени? Ой. А, 20 минут 6. Транспортное положение становится. Вот, наведем порядок в прицепе. И что тогда? И тогда не знаю. Наверное, поедем на стоянку, вряд ли. Ну, как бы сказали ехать на стоянку. Сейчас-то понятно, мы загрузок-то не брали. Надо немножко засануть, а то я тут не выйду. Естественно, загрузку мы не брали, то есть ничего не искали, потому что не было понятно, сколько мы здесь простоим. На этой таможне, ну слава богу, это наша эпопея закончилась. Катастрофа просто. 12 дней в никуда. Сейчас главное, чтобы деньги получить без проблем, без всяких загвоздок, а то начнутся. Ой, то хлеб сырой, то дети плачут. Простой, непростой. Ну, карта простой есть, все подписано. ТСВХ километра 2 от таможни. Ну, сейчас назад будем выезжать там мимо таможни. Я просто сюда ехал, со мной таможенника посадили, который здесь принимал груз, как бы там, туда-сюда. Я ж не буду его это при нем снимать, смущать. Человека. Вот. Я думал, может быть, и здесь стать. С одной стороны, а с другой. Поедем на стоянку, там хоть какой-то кафе есть. А, все поднимается. Видите, что вам сам поднимается. Пим-пим на кнопочку нажал. Ничего отдавать не надо. В общем-то, можно было вот прямо здесь вот встать и стоять. Никаких вопросов. В этой глуши. Мы сейчас пока вот здесь встанем. Пойдем в прицеп. Все там приберемся. Наведем красоту. По
пока время у нас на все это дело есть. И потом поедем. О, видите, уже темнеет. Больше часа времени не заняло. Наведение порядка, уборка. Не знаю, фобия у меня какая-то. Я не могу, когда в прицепе грязно. Меня аж колбасит всего. Так, сейчас мы... пойдем, вот документы. Здесь почта. Недалеко. Туда вот пройти, там через железку перепрыгнуть. Компания Профиль Сервис. Вот, пускай машина здесь постоит. Блин, а я ее закрыл? Или нет? О! Теперь закрыл точно. Вот, пойдем в почту. На почту отправим бумажки заказчику. Эти СМР-ку и карту простоя. Чем раньше отправим, тем раньше получим денежку. Вот. И потом поедем на стоянку. Что тут возят в этих вагонах? Металл. А нет, это эти. Как раз для ЖД вот эти вот. Поперечки, как они там правильно называют. Мы вон там стоим. Пешком, вот думаю, сейчас пробегусь тут. Почти дошел уже. Фу, все. Только причапал. Что-то какой-то резко в работу вкинулся. Тут 12 дней груши околачивал. Сейчас все сходил. Все, что надо, отправил. Это мой чек. Вот это мой чек. Зашел в магазин. Прикупил немножко продуктов. Сейчас мы это дело в холодильник распакуем. И все, и поедем на стоянку. Даже не убрал ни баллон, ни этот, ни чайник, ни самовар свой, ничего не убрал. Вот так вот. Ну, наконец-то. Все поподделали. Можно ехать. Лужица замерзает, я смотрю. Я сегодня прогноз смотрел. Сегодня по прогнозу до минус 10 ночью. Такая ночка. Холодная будет. Посмотрим. Может, у меня автономка сегодня перестанет ночью работать. Солярка-то летняя. До стоянки 15 километров. Отсюда. Тут можно как-то напрямки проехать. Ну, что-то я там не рискую. Самая короткая дорога та, которую знаешь. Поэтому поехали тут обратно туда, к таможне. Тут получается таможня, ну, километра 2-2.5. Здесь по промзоне. И поедем на стоянку. Как бы наметки есть по загрузке. Пока ничего говорить не буду, ну и сами понимаете. Только начали, можно сказать, искать, потому что, ну, смысл был искать до этого, потому что мы не знали, чего нас ждет.
какие перспективы. Ну, слава богу, что мы нормально едим. А вот там, с теми парнями, короче, у тех там, походу, какие-то... Ну, то есть, ну, если можно так сказать, нам повезло больше, потому что вот срок доставки у меня был раньше, закончился. А я сегодня тут краем уха узнал, что все-таки там с этой... С этим складом СВХ там, короче, у них там отказ. Ну, я так слышал, за что купил, за то и продаю. И, возможно, ну, то есть все, выгрузить их там некуда. Держать их, пока соберутся все, тоже не вариант. Представляете, сколько за простой настоят. То есть, не знаю, вроде как там пробивают, что можно было их в Нижнеудинске разгрузить на СВХ. Ну, как, так как я здесь разгрузился на СВХ, точно так же разгрузить там. Либо их сюда всех будут сгонять. Но здесь вы сами видели, склад-то небольшой. Таможенный. И сюда вся эта лесопилка не поместится. Хотя, как сказали, что она в 11 машин загрузилась, вся эта лесопилка. То есть все, все машины уже едут. То есть мы уже сейчас в Эстонию, понятно, мы уже не поедем. Планировалось 16 машин. Эстонец приехал, говорил, что вообще 18, ну, по итогу, в общем, впихнули в 16, в 11. Готовьтесь через 800 метров держаться. Пройдите. То есть мы уже все, Эстония, у нас повторная охотка отменяется, да, и что-то как-то желания большого нету повторять. Судя по тому, как тут все происходило. Хотя, ну, к тому времени, если бы даже была возможность, то, наверное, поехали бы. По идее, ты что? Туда-сюда, пока съездишь, тут уже в любом случае что-то тут наладится. Ё-моё, даже здесь торопится, слушайте, ну так спешит, так спешит. Так ему быстрее домой надо. Ну лети, лети по ямам. Давай ты тоже туда же. Я вроде немедленно еду. Вот, поэтому мы не знаю, куда мы поедем. Куда-нибудь поедем. Сейчас едем ужинать и спать, потому что я только сегодня днем собрался там обед себе замутить, там пельмешки отварить, что мне Валера в Чунском. Еще раз ему большое спасибо. Приугостил, привез, передал тогда. Ну, думаю, нормально. Как раз только с собой. Баллон достал уже тут все. Вот. Воды налил, хорошо не начал варить, пельмени не закинул. Смотрю, тут уже пошел движняк. Ну вот она, таможня. Вот это здание, вот, вот сюда вот я заезжал. Или не сюда? Нет, не сюда. Чуть дальше там. Короче, не важно. О, видите, подмерзает на Жигулях. Заднеприводный. Дает. Я вчера с города ездил, возвращался. На такси возвращался обратно в машину. Этот паренек там один впереди. Таксиста на бэхе тоже там. Вчера снег пошел, уже скользко было, когда назад возвращался. Вот делал там кренделя. Вот наша таможня. Вот здесь мы были. Так, да, за два дня. Тут тоже прикол такой, зона. Как бы здесь территория база какая-то. Я когда заезжал, мне говорит на базу. Сразу мне в листик тычет, говорит, читай, чтобы потом не было сюрпризом. Я читаю, сутки простое, в зоне таможенного контроля 720 рублей. Я говорю, ни хрена себе, откуда такие цены? Он говорит, а это, говорит, наша территория, просто таможенная, тут как бы СВХ арендует. И все. Ну, я там своим отписался, мне сказали, заезжай. Я сегодня 1440 отслюнявил. То есть я как бы приехал в 12.30, в воскресенье заехал к ним.
А сегодня выезжал где-то в 3 часа дня. Сначала, да, в 3. Все, как за двое суток заплатил. Ну, тоже клиенту выставим, а что? Это не наша прихоть была сюда ехать и здесь стоять. Вот. Ну, я, наверное, вас заболтал. Все, короче. Ой. Погнали. Погнали на стоянку. Да, поедем, пойдем ужинать что-нибудь, как нарубаемся, потому что получается, это только желудки был только завтрак. Он уже прилип к позвоночнику. Цивилизация. Используйте второй поворот направо. Тут тоже красный. Ну да. Все. На сегодня рабочий день закончен. Ну, вам знакома эта стоянка, я уже на ней стоял, и с Димкой мы стояли, с корешем на Вольве, который, кстати, сегодня он должен сегодня то, что сюда подъехать к нам. Готовьтесь через 800 метров выполнить разворот. Вы превышаете допустимую скорость. Что-то места-то еще есть на стоянке. Должны быть, наверное. И есть еще. Сейчас валит со стороны Улан-Удэ, пустой, Улан-Удэ выгружается, выгрузился. Сейчас валит, завтра вроде в Иркутске будет грузиться, на Симферополе, по-моему. Приедет, расскажет, мы ему сегодня мост повыносим вечером. Ну так все, встречаемся, я говорю, не за Вольву поговорить, ни туда, ничего, ни сюда, не рассказать там что, как. Сегодня к нам приедет, я говорю, давай, в мои цепкие лапы. Так, что там у нас сзади? Готовьтесь съехать направо через 250 метров. Надо только сказать, может, чтобы местечко ему тут придержали. Сейчас посмотрим, что тут с местами. Но я ему сказал, что я тебя ждать не буду. Я пойду в магазин, то и не магазин, в кафе. Мой желудок, пока ты приедешь, уже не переживет это. Ожидание. Посмотрим. Вроде как и забито, чтобы было место ему потом встать здесь. Вот как бы вот и стоянок-то особо-то и нету. Есть. Приедет еще где-нибудь, станет передо мной, может, станет или как. Вот здесь места есть. Сюда он чуть что по прямой загонит. А вон как раз хозяин Медной горы идет. Но ему сейчас скажу, чтобы рядом со мной место. А тут сварочный цех. Ладно, сейчас мы спросим у дядьки, куда тут лучше нам приземлиться. Добрый. Куда становиться? А хрен его знает, еще пока не знаю. Не рано? Не, не рано точно. Новичка или дорожная сеть? Дорожная. Не легкая, да? Нет, Стэн. Вот между синим зданием вот это, заезжай до упора туда. Туда просто, да? Да. Ну вот мимо синего до упора туда. Понял. Да вон туда, вон. А, ну видно.
видно, потом кого-нибудь здесь поставит. Что, прямо передом туда загонять, да? Ну, хоть передом, хоть передом. Ну, в принципе, передом загоню, потом задом выгоню. Добро. А, там можно выехать, да? Все, понял. Можешь самолет? Пока ни того не надо. Кафе работает? Да, все тогда хорошо. Душ, самогон. Душ-то. Душ. Душ, я мылся. Субботу, сегодня понедельник. Понял. А, ну все, передом наоборот, самое хорошо. А как я тут потом выйду, интересно? А, имею в виду потом назад сдашь и передом выедешь. Так, единственный минус — уклон влево. Может, сейчас что-нибудь найду, подложить надо. GoPro. Идем корешка встречать. Димку. Сказал же ему, позвони, как будешь подъезжать. Он позвонил, когда он уже заехал. Вон стоит. На воле. О, здорово. Куда ты его, батя, запакуешь? Здорово, дядька. Где мое место забронировано? Человек даже не знает. Меня так упаковали, что я пока дошел оттуда, вот видишь, и ты уже приехал. Пойдем хоть в Оле посидим, ё-моё. Действительно. А чё он вон туда меня не хочет поставить? Меня вон туда загнал, вот самый я конец. Я последний раз вон там стоял. Ну я помню, что вон там стоял. Чё, тебе оставить свет или не надо? Да не, мне не надо, зачем? Чё, мы интерьерчик вот. Потом. Вон, покажи нарядный чехол. Ух ты! Made in Volvo. Огонь. Слушай, где-то я вот эту штуку видел уже. Эту уже штуку скоро новую надо будет везти. Уже скоро. Прежде просто... чем новую привезти, надо сначала в Польшу попасть. Да, это не раньше. А это что такое? Не знаю, оставайся этими рядом пока. А тут сейчас, а слушай, а что ты меня вот сюда не хочешь поставить? Вот они утром всем выезжать будут. Вот эти, как вы выбираться? А там вот слева от МАНа нет места? Ну, есть, ты мне видела камеру. Да ладно, я сам тебе все расскажу вместо камеры. Давай я туда встану, тихо, хорошо. Я рано все равно не поеду, они меня будить не будут. Смотри, мне надо, что сранее отсюда уехал, освободил место. Хорошее место, я в прошлый раз там стоял, никому ничего не закрывал. Давай туда. Ты вот сюда не войдешь, так? Куда? Сюда? Не-не-не, здесь у меня тут жопа будет на бугре. Давай пока. Это регистратор у тебя или что-то такое? Да, это регистратор и радар, и все на свете сразу. Ни хрена себе. А почему у меня такого нет? 24 рубля. Я вон мой хост торчит, видишь, куда он меня упаковал. Ну вот я и хочу сюда встать, только вот это вот чудовище рычащее, что он тут заряжается? Он только приехал недавно, так он тебе не вот будет тут, мешать. Я вот тут нормально встаю, где его камера? Я не знаю, где я его даже камера. В прошлый раз это... Вон там стоял, не видел. Прекрасно стоял. Ну-ка, зажги свет. 24 тысячи стоит, да? Да. Ну, выглядит он так. А как ночная съемка? Хорошая? Ну, вон, видишь, вот сейчас до выхода свет выключим. Видишь, ну, тут ходовые загорелись. А. Нет, хорошо снимать, не огонь, хорошо. Да? Да. Снимать он хорошо. Вот.
Ну, говори мне, чем Volvo лучше Scania. Да я на Scania ни разу не ездил. Хоть я могу сказать, чем она лучше. Точно так же, как и я на Volvo не ездил. Поэтому... Можно я посмотрю? Раз, начинает всякий хлам вылетать. Понял. Больше смотреть не буду. Что, мы будем страну закрывать или нам это не надо? Ты учись. Ты уже же сделал себе эти. У нас все по белому. Как они? Международку, все? Скоро будет, скоро я тебя буду спрашивать. Так, Димыч, где мне в Польше покушать? Да. Какой кафешки? Я думаю, это будет лет через, не знаю, дожить бы вообще. Да тебе один раз достаточно там проехать, ты там все харчевни будешь знать. Точно. Что, какие у нас планы? Идешь обедать? Ужинать, вернее. Куда, в Скане? В Скане я тебе могу только пельмени творить там. Куда ужинать? Туда, да я не знаю, я особо... Здесь? На меня? Я-то поел. Короче, мы сейчас разберемся. Придумаем что-нибудь. Видишь, как в Вольве, как в Скане, вот это я точно знаю. А что это такое? Ну, красная это подсветка. А-а-а. Тут. Вот это точно как в Скане. Ну да. Как-то, по-моему, победновать, по-моему, у меня поярче. Что этот свет может быть горит? Можно так. Еще тут план света отключен. Тут, если все включить, тут горит еще. Нет, свет будет. Хорошо. Вот они вот сам по себе свет такой. На все. Ну, его можно чуть. В Скане, наверное, как-то вот так будет. Да. В Скане примерно вот так, да. Вот че со светом в Скане и беда. Диодные, они не жрут ничего. Но. Яркие и. Не, если меня диодные все поставить, у меня тоже будет яркий. Но сам по себе родной свет с Каней никс гуд. Ладно, сейчас мы тут что-то придумаем. Как-то так.